Прежде всего, перед тем, как мы начнем, я хочу просто обратиться к некоторым благословенным личностям и, может, объяснить быстро некоторые вещи относительно употребления греческого и еврейского. Как мы говорим, с греческого, там, с иврита и так далее. Прежде всего, я хочу сказать, ну, потому что люди слушают видео, и у них определенные вопросы, и это справедливо так. Я целиком с вами согласен, ребята. Прежде всего, я хочу сказать, что материала на английском намного больше, чем на русском. В 100 раз, если не в 200. Поэтому теми ресурсами и теми ресурсами, которые я пользуюсь, и те источники, из которых я черпаю, ну, они обширны. Второе, у нас есть люди, которых мы лично знаем и любим, которые являются мистиками, интернационально пророческими мистиками, апостолами, которые несут разного вида послания. Некоторые из них имеют кучу богословских диссертаций и учились 30 лет в этих всех языках и так далее. И поэтому некоторые вещи я заимствую, тоже смотрю там. То есть я не изучаю еврейский язык, иврит или арамейский, не изучаю греческий, но есть люди, которые глубоко это все изучают. Некоторые из них, они интернациональные ученые, которые занимаются квантовой физикой, все, ребята вычисляют мельчайшие вещи. И поэтому там некоторые вещи я беру. Когда я беру определенные вещи, смотрю определенные вещи, чтобы готовиться к слову, я никогда это почти не беру из одного источника. Я смотрю все, что можно смотреть в этой сфере, и потом приходишь к общему знаменателю и смотришь, так ли оно или нет. Поэтому вот, может, специфически кому-то, благословенной брата и сестре. Есть еврейские слова такие, которые означают светить, сиять, светиться. Их много, их вообще много, очень много. И опять-таки, когда я говорю о произношении этих слов, это не значит, что произношение, оно идеально точное. Цель не то, что передать точно слово, а цель передать значение, которое скажет о функции этого слова, что намного важнее. То есть мы же не лингвисты. Поэтому есть такие слова, как ахал, халал, хелел. Это то, что дьявол был назван, Люцифер, хелел тоже. Захар. У кого-то имя Захар, может быть. Зарах, Япха какая-то, Накхах, Ашаф. И вот, вот это слово, которое я упоминал, и может оно вызвало некоторые вещи, оно где-то вот так вот на английском. Гаран, каран, гаран, гаран. Это слово, где написано, что лицо Моисея после встречи с Богом оно светилось. Так это вот слово. И буквально оно означает рог. 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 Поэтому, когда я сказал, что Моисей как бы с рогами спускался от Господа, это не значит, что это были козьи рога, или вот антилопа, или пенелопа, или лось, лосиные рога или оленьи. Это было сияние славы Божьей, но которое напоминало по форме рога. Рога. Вот. Ну, я думаю, этого, с этого начать. Потому что, знаете что, один из вариантов, который, я верю, Господь недавно сказал мне, если ты хочешь, чтобы дух премудрости мощно был задействован тобою, повышай свою интеллектуальную квалификацию.
Мы должны изучать, мы должны знать что-то, не изучать там буквально, ну, смотрите, изучайте какие-то вещи в квантовой физике. Потому что квантовая физика – это, в принципе, вот этот барьер между духовным и физическим. И разные другие вещи, то есть повышать свой... Если он нам, а я ничего, кроме Библии, не читаю, ну, болван. Поэтому с тобой невозможно ни говорить, все твои проповеди вообще засыпаешь под них. То есть мы должны ориентироваться, мы сыновья Божьи, и вся вселенная, к примеру, ожидает откровения сыновей Божьих. Надо немножечко что-то знать о вселенной. Потому что это творение Божье. Все вот это творение Божье, и это нормально, вникать и изучать в творение Божье. И дух премудрости – это одно из наделений, которое он приводит. Он будет открывать много в этой сфере. Вот такую интересную вещь я... Вы когда-то видели вот типа вот такого рисунка? И если вы посмотрите... исторически или географически, то вы увидите, что этот рисунок на многих храмных изображениях, на скалах, на пещерных, в пещерах изображениях. Притом это касается разных древних цивилизаций, которые были. Они там немножечко там с загогулинками отличаются, но это то же самое. Вы знаете, как это называется? Это называется петроглиф. 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 Вот точно так выглядит интенсивная электрическая и высокоэнергетическая субстанция плазмы. Вот так выглядит снова интенсивная электрическая и высокоэнергетическая плазма. Это феномен, который появляется в небесах. В небесах. Он напоминает человека. Вот почему мы не биомасса, а мы энергия. Когда мы научимся думать, что мы энергетическая субстанция, Бог, Бог это высшая, наивысшая субстанция энергии. Огонь, свет – это энергия. Мы есть свет, мы есть огонь. Когда мы перестанем думать о себе как биологический вид, как биомасса. О, столько биомассы пришло на собрание. Нет, пришла плазма, высокоэнергетическая плазма пришла. Потому что плазма – это четвертое состояние вещества, и она связана с четвертым состоянием, с четвертым измерением. И четвертое измерение, да, когда его в объеме посмотреть, а если его не по объему разложить, вот так, чтобы... как бы его разложить. Это вообще такой сложный рисунок. Поэтому четвертое измерение – это не время вообще. Время не является измерением, потому что оно временно. Поехали дальше. Первое, о чем вот на этом собрании я хотел бы с вами поделиться некоторыми вещами. Это немножечко позже можно занять, вопрос задается. Недавно мы приехали в Турцию, с Турции опять. Мы проделали, сколько, 4-5 тысяч километров, около 5 тысяч километров за 8 дней. Вот, мы молились в разных местах там и так далее. И видели перемещение горы Арарат в нашу сторону. По молитвам Арарат переместился, халлелуйя.
но мы не были очень близко к нему. Неважно. Вот, и, но мы много раз уже были в этих физических церквях, в книге Откровения. Ефес, Смирна, Пергам, вот эти все города там тусовались и были, и там было все. Было то, что некоторые, кто ездили с нами, там валялись, это пророк Анита с Южной Африки прошла там по одному порталу и валялась. И этот экскурсовод, или тот, который присматривает за этим местом, смотрит, что такое. Кого-то трусит сразу там, кто-то упал, думает, что вообще за личности пришли. То есть мы были в этих местах. Но самое наше любимое – это Ефес. Это Ефес. Вау! Это такой город, из которого уезжать не хочется. Ефес. И вот смотрите, если посмотреть такую интересную вещь, взять эти семь слов по названию и истолковать, что они значат на русский, и соединить их вместе, возникнет определенное даже послание. Потому что эти семь церквей – это проекция того, что строит Бог. И вот эти семь, они где-то в той или иной церкви отображаются. И их всегда нужно смотреть в совокупности. Мы желаем славы Божией. Мы желаем переживать подобие славы Божией. Нам не нужна харизматическая слава. Или баптистская, или пятидесятническая, или речниковская. Нам нужна слава Божья. Понимаете? Мы устали вот от этих всех вещей. На небе вы не увидите названий славы, как только слава Божья. Ефес – желанная, желаемая. Церковь вообще желанная и желаемая Богом. Смирна – мира, горькая. То есть, есть определенный элемент, который мы посмотрим. Миры. Пергам – обрученная или объединенная свадьбой. Пергос и Гамос. Цитадель, объединенная свадьбой. Были в Пергаме. Фиатира, жертва. То есть мы обручены с ним, но мы также жертва. Живая, святая, благоугодная Богу. Сардис, сардисская церковь. То, что осталось, или те, кто избежал. То есть, другими словами, остаток. Написано, остаток спасется. Филадельфия, любовь братьев. Братская любовь. И Лаодикийская, Лаодикия. Люди управляют. Люди правят. Люди управляют. Конечно, можно эти места Писания рассматривать в негативном контексте, потому что как раз-то в Лаодикийской церкви Бог дает описание того, что ты будешь править со мной на престоле моем. Но если мы соединим это вместе, смотрите, что получится. Это обращение Бога к нам, закодированное, зашифрованное. Ты есть желанная в любви Божией, хотя испытания ожидают тебя, и гонения испытают тебя, ты будешь обручена со мною в единении. И став жертвенной, ты станешь остатком. И в любви братьев ты будешь править. Или главенствовать. Вот одному, одной понравилось, сказала, вау. Вот, а где... Вот. Но я хочу рассмотреть семь аспектов, семь принципов, семь функций, семь благословений сегодня на первом этом занятии, уроке, лекции, проповеди, спикерстве, как его назвать. А победителей. Победителей.
Можете просто держать открытой. Не благословляйте меня Библиями, пожалуйста. Это просто, это моя отец, Библия. Помнишь, вот, которую подарили лет 20 назад? Потому что братья смотрят, видят, развалившаяся Библия, приносят Библии. Не надо. Мне просто она нравится, потому что здесь все отмечено. Как я, все отмечено, там записано, написано, то есть удобно вот так находить. И это говорит о таком древнем. Это говорит, о, брат крутой, у него Библия разваливается, значит, он не вылазит с него. Нет, это Библия у отца дома, я сам на английской, английскую Библию читаю. Смотрите, мы начнем рассматривать эти вопросы, и тот вопрос очень важен, с которым я хотел бы поделиться с вами, что вот эти семь побеждающим уже дам, это не в будущем. Это не когда-то, когда-то случилось, когда-то случится, а это то, что уже было, есим и будет. Вот почему Бог представлен под именем Бог-Вседержитель, который есть, был и грядет в начале книги Откровения. Вот она перспектива книги Откровения. Вот она вообще перспектива Откровения. Оно было, оно есть и оно будет. Оно всегда было на небе, оно пришло с неба, приходит в настоящем, и совершая работу, оно всегда будет. Поэтому, когда я изучаю Священное Писание, меня интересует только одно – технологии, функциональность этого места Писания. Не просто, чтобы его знать. О, я знаю столько мест Писания. Ну и что? В каком из них ты движешься? Какой из них ты регулярно переживаешь? В каком из них ты совершается работа твоя? Знать Писание ничего не значит. Много ничего не значит. Ну, это прекрасно. На элементарном уровне, на детском уровне. Но потом нужно идти дальше. Поэтому, изучая место Писания, задаешь себе вопрос, а что в этом? Или и что? Понимаешь, и что? Понимаете, вопрос такой. Функциональности. Функциональности. Я видел престол, Даниил описывает, братья и сестры. Вот я видел престол, братья. И этот престол, вот он пишет, просто как язык пламени. И колеса огненные, и река огненная исходит от престола. И тысячи тьмы тем служат ему по обе стороны от реки. И тут я увидел, престолы открыты, книга открыта. Вообще, аллилуйя. Что аллилуйя, что... И вот прекрасно, братья, чудесно, наш Господь, и вот с такой чудесной, прекрасной, аминь. А что мне с этим делать? Какова функция? Я хочу знать функцию огня, функцию престола огня. Меня интересует прикасаться к этому огню. Меня интересует посмотреть на эти колеса. Меня интересует пойти в небо и окунуться, и погрузиться в эту огненную реку, и быть одними из тех, которые стоят по обе стороны этой реки и служат ему. Как? В огне. Лучше же жить в огне, жить в огне, ходить в огне. Я для Бога буду ходить в огне. И вот это меня интересует. Поэтому, когда кто-то вам говорит какое-то место Писания, задавайте иногда вопрос, и что с этим мне делать? Как мне в этом двигаться? То есть, поэтому, когда я изучаю Священное Писание, для того, чтобы двигаться в Слове, нужно иметь, знать функциональность. Трепещущий перед Словом Моим, это не тот, кто знает Слово, а тот, кто исполняет его. И вот на таких Бог презрит. Что мне от этого? У меня домашняя группа, такая домашка была хорошая, чай попили, печенье покушали, говорили там об откровении побеждающих, семь наград, аллилуйя, поблагодарили Бога. А как мне в это войти сейчас, сегодня? Что мне от этого? Вот будем учиться смотреть, как, и нужно практиковать, входить во все эти вещи, двигаться во всех этих вещах. В Ефесе, начнем с Ефеса.
Обетование, которое Бог дает побеждающему в Ефесе, это вкушать, дам тебе вкушать от дерева жизни. Вау! Это Иисус, дерево жизни. Кто это? Что это? Что это такое? Дерево же. Это дерево, брат. Да, что это? Какая функция? То, что это просто дерево, это, ну как, дерево. Это Иисус. Да, Иисус есть жизнь. Я есть им путь, истина и жизнь. Но он не дерево. В буквальном смысле этого слова, понимаете? Иисус есть жизнь. Он дерево жизни, он дерево. Понимаете, это написано Ефесской церкви. И кроме того, что они не спали, они очень серьезными вещами занимались. Это была апостольская церковь. Только апостольская церковь имеет право испытывать апостолов и узнать, что они не таковы. Без апостольского помазания ты можешь испытать это, но бросить им вызов, как они делали, сказать: «Вы лжецы, вон отсюда». Они знали Иисуса, понимаете? Понимаете? Они уже знали Иисуса в церкви, но они не вкушали от дерева жизни. Иначе Бог им не сказал это. Видите, какие духовные вещи Бог связывает с побеждающим уже. Это значит, что если ты не побеждаешь, если ты не живешь в побеждающем, и в этой реальности побеждающего, тогда это не для тебя. Автоматом это не придет. Писание говорит: имеющий Сына Божьего имеет жизнь, не имеющий Сына не имеет жизни. Поэтому они уже имели жизнь Сына Божьего в себе, но они не вкушали от дерева жизни все еще. А? Так же, как Адам имел это дерево в центре сада, но почему-то от него не вкушал. К лучшему, конечно, теперь мы понимаем. Помните, Бог поставил херувимов. В синодальном написано херувима. Черубимс. Херувимов. В оригинале, изучайте, херувимы поставил. Их много он поставил. Много поставил. Так как волхвы с востока пришла, толпа пришла. Минимум пришло 12 человек. А везде написано 3. Один с ларцом золота, потому что написано: и дали золото, ладан и смирну. Это значит 3 ларца, 3 мудреца. И везде там на картиночках 3 мужика бородатых. Там целый караван пришел. Волхвов, мудрецов с востока. И Бог поставил херувимов. Кто такие херувимы? Вкратце. Стражи славы. Стражи славы. И меч, обращающийся огненный. Охранять дерево? Нет. Охранять путь к дереву жизни. Там не написано охранять дерево. Охранять путь к дереву жизни. Ну, вы можете сказать: а что это, не одно и то же? Не совсем. Не совсем одно и то же. Помните, где это было? На востоке. У сада Едемского. Охранять путь. Причина. В чем была причина? В чем была причина? Адам стал как один из нас. Был только один Элохим, который вкусил добро и зло. Не Бог Отец и не Дух Святой. Он стал не как мы, знающие добро и зло. Он стал не как
вот мы знаем, как один из нас. Это Иисус. Друзья мои, это Иисус. Он не стал, как мы все. Элохим. Один из нас. Кто? Последний Адам. Иисус, Слово, который был заклан от создания мира, то есть знающий добро и зло, ибо отождествился Иисус со злом непосредственно, с грехом. И он был предопределен познать зло, Бог, в лице Иисуса Христа, и был приготовлен, как жертва, познать зло. Для того, чтобы освободить нас от него. Восток. Мизраим. Мизраих. Где восходит солнце. Один из периодов. Или Каримах. То, что впереди. То есть восток, где восходит солнце, и то, что впереди нас. То, что впереди. Но буквально это значит от лучей. От лучей. От сияния. Восток – это от сияния. В Ростове мне пришло пророческое слово, что идет слава в России. Я увидел огромный торнадо вот этот. Знаете, как с космоса показывают этот, крутится. Не вот такой локальный, а как его, циклон или... Огромнейший. И он шел на Россию с востока. Было пророческое слово, что с востока на Россию идет это торнадо. Я видел четырех огромных ангелов, которые несли покрывало, которые покрыли всю страну Россию. И оно как волнами такими ходило, покрывало царство и так далее. Это не значит, что с востока где-то с Японии идет пробуждение. Оно идет от лучей. Помните, посетил нас восток свыше, то есть оно идет свыше, сияние свыше, с небесных сфер, слава приходит с востока. Дверь Скинии была обращена на восток, чтобы слава могла войти с востока. Это духовный восток, где, что это такое в общей сложности посмотреть? Духовный восток, место, где мы обращены лицом к лучам сияния славы, где в этом присутствии Эдом, удовольствие и наслаждение Божье доступны нам. Потому что у нас была одна из школ сверхъестественного, мы делали их в ЮАР, и там, ну, все на английском говорят, и... Да, лучше поменьше туда-сюда ходить, а то началось уже. И один брат подошел ко мне, он говорит: слушай, я получил слово какое-то от Бога, странное. У нас на английском его нету, но оно, может тебе что-то скажет, восток. Я говорю: спасибо. Оно сказало мне: слушай, лучше как-то вот здесь тепло. Здесь прямо тепло. Там столб огненный стоит. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя. Здорово. Иисус – это высшая форма и качество воплощенной жизни. Выше Иисуса, поэтому ничего и никого нету. Ну, я имею в виду. Дерево жизни. Что это такое? Это проекция Иисуса Христа в духовном измерении неба. Это проекция Иисуса Христа в духовном измерении неба, то есть код Христа, то есть ДНК. ДНК, дерево, ДНК. И будет он, как дерево, посаженный при потоках вод, и будет он, и я видел тебя, царь, как разросшееся дерево. Вкушать. То есть приобщаться, соединяться, причащаться от дерева жизни. То есть непобеждающий не будет вкушать, хотя христианин. Понимаете, вот это то, что хочется втолковать. Вот этой халявы, всем и я спасен, и все, да.
Это только ты начал с этого. Да я даже крещен какими-то языками непонятными. Знаете, есть люди крещены Духом Святым, а есть, говорят, люди крещены языками. Представляешь, такие 5 или 6 языков лизали его, пока там за него молились. Фу, такие извращенные духовные понятия, крещенные языками. Языки, заходите, заходите, языки. Будет спасен этот человек, понимаете? Кто не вкушал от дерева жизни. В нем есть, он принял Иисуса Христа, как его Господа Спасителя, как эта церковь. Но они не входили в этом, потому что не вошли в побеждающих, в разряд побеждающих. Будет спасен. Это не спасающая жизнь, дерево жизни. Это не то, что дает спасение. Спасение дает Иисус, ибо нет ни в ком другом спасения. Это не приобретение, приобретенное какое-то, приобретение к спасению. Это не для всех всегда и автоматически. Побеждающий получает. Это награда. Когда мы говорим о побеждающих, это не просто зарплата, это награда. Не победил, не получил. Победил, получил. Побеждающим уже дам. Я дал побеждающим. Если я не в этой категории, я не получил то, что он дал. Потому что мне надо стать побеждающим, чтобы взять это. Не просто это обетование, друзья мои. Большинство людей к этому относятся как обетование. И обетование всегда что-то такое запредельное. Надежда на будущее. И вот обетования, они где-то всегда на небе. А какой принцип надежды? Вот у нас понятие надежды. Надежда, мой компас, земля. То есть это где-то там что-то. А что Библия называет надеждой? Якорь. В евреям. Якорь. Это то, что ты делал. Ты забросил якорь и прицепился к обетованию. И притащил его сюда. Без... Вот этот якорь, это функция надежды. Якорь. Притянуть веревкой веры из этой надежды в настоящую реальность, эту субстанцию. Эй. Тетя Дуся, аллилуйя. То есть это трофей победителя. Знаете, победитель, он может быть там в подштаниках куда-то пошел завоевывать Трою. Но если он остался в живых и награбил, победил, он возвращается с товаром, весь обвешанный, золотые цепи там, все, и обоз такой, и везет домой. Если бы он не участвовал в этом, в этой армии, которая победила, он бы, а дайте мне, пожалуйста, он бы ничего не получил там. Вот так и Иисус. То есть видите, как армия связана с побеждающим. Овцы блеют. Они не побеждают. Лев рыкает, кто не содрогнется. Когда овца блеет, никто не содрогается. Когда лев рыкает, кто не содрогнется. Господь сказал, кто не будет пророчествовать. Побеждающие. Там, если у дерева все еще там, меч и херувимы, не сказано, что они убраны, и не сказано, что их там нет, и не сказано, что они есть. Я был, я проходил этот меч, я верю. У меня было переживание, где я проходил этот меч и дематериализовался. Дематериализовался. И потом рематериализовался. Потому что это то, что делает огонь. Разложить тебя на мелкие кусочки... И потом соединить тебя, и ты уже на другом уровне. Вот это то, что сделает слава. Когда мы входим в славу, мы дематериализуемся. На уровне квантовом, на уровне даже физически, структурном. Нам нужно учиться. И потом это все. И обновляется, подобно орлу, юность твоя и так далее.
Я в славе, я провозглашаю и живу этим, что в 50 лет, мне 47, в 50 лет я буду на пике своей физической формы. И мы хотим, готовим команду ребят с ЮАР, мы хотим приехать на генуэзский шлем на соревновании, рубиться на мечах там. Поэтому там кач, все эти вещи, все это. Надо тренироваться вообще, потому что физически. Когда будет зомби-апокалипсис, и эти ребята полезут, особенно те, кто близко живет к кладбищу, вам надо будет больше всего отбиваться. Поэтому нужен меч, чтобы там отрубать головы. Я купил несколько мечей, Cold Steel такие, против зомби специфических, черного цвета такие. Они уже у меня дома готовые на все случаи жизни. Дам вкушать от дерева. Не сказано, дам тебе дерево в горшочке. Дерево. Дам вкушать тебе от дерева жизни. То есть, дам доступ к дереву. Мы имеем доступ ко Христу, но можем не иметь доступ к дереву жизни. Побеждающим откроется доступ к дереву. Что такое дерево в Писании? Прообраз и принцип бытия. Дерево жизни – это субстанция, составляющая бытие Христово. Это гены Христа. Можно спастись, но не быть носителем Христа, ген Христа. Так, спасся как бы из огня. Вы когда-то видели людей, которые спасают из огня? Они не выглядят круто. И не пахнут хорошо. Только Сидрах, Месах и Обеднаго. Они не пахли, ни запаха не было, ничего не обгорели, потому что Бог просто изменил структуру огня. Представляете? Он пришел как огонь в славе, четвертый, кто ходил. И структура физического огня изменилась в духовной. И ребята ходили в другой реальности, потому что произошло наложение духовного мира на физический. Это так, как мы должны функционировать. И ребята ходили, и потом, когда их вытащили, а те сгорели, первые, которые бросили, потому что их бросили в физический огонь. То есть откроется доступ в эту сферу бытия, дерево жизни. Дерево жизни тоже вход, и это портал. И откроется доступ также вовнутрь. Вкусив гены, семя, дерево жизни, оно войдет в тебя и сформирует в тебя структуру этого дерева. То есть оно спроецируется внутри тебя. И уже четыре ангела станут вокруг тебя, и меч обоюдоострый, вращающийся, будет вокруг тебя. И поэтому ты тоже будешь идти, а впереди тебя будет идти огонь, который будет попалять врагов твоих. Потому что эта структура сформируется через соединение и отобразится внутри. Дерево отобразится в тебе, ты как дерево. То есть наложится проекция, и двое станут одним. Единение жизни в любви Бога, от которой они отпали, ефесяне. Дерево жизни – элемент субстанции славы Христа, который доступен и необходим для цели славы. У славы есть цель. Какая? Преображение. У помазания цель – наделение силой для исполнения определенной функции – согласно твоего призвания в теле Христовом. Цель славы – преобразить нас. На духовном генетическом уровне. Дерево жизни – ключ к Божьему и твоему раскодированию. Откровение идентификации, субстанция личности. То есть первое – это откровение идентификации. Меч огненный – это другой аспект личности Христа. Какой? Слово. Меч – слово. Слово твое не подобно ли огню? Мы истолковываем Писание Писанием.
чтобы либо что-то остановить через поглощение, огонь поедающий, что-то пожрать, чтобы от него ничего не осталось. Это функция огня. Или провести через себя что-то, очистить, преобразить это, чтобы оно соответствовало Слову. Когда мы соответствуем Слову, мы начинаем обращаться, то есть вращаться. А вращение – это движение. Мы становимся духовной вращалкой. Вот почему Бог дунул, и пошло. Знаете, как пропеллерчик маленький. И началось. То есть мы стали вот этим воплощением движения Божьего. Лишь этим словом, огнем очистить и ввести в огненное присутствие славы. Окей, довольно об этом. Относительно Ефесской церкви. То есть в этом надо жить, в это надо вживаться. Отец, верой прямо сейчас, во имя Иисуса, шарабан теги туе сатая, я вхожу в Едемский сад, в это удовольствие и наслаждение в Твоем присутствии. Аллилуйя, Господь, я обращаю свое лицо и вижу впереди Твою славу, которая сияет. И я подхожу к этому дереву жизни, чтобы вкушать этот плод, чтобы получать все эти вещи, чтобы я изменился, то есть то вот это, о чем мы говорили. Кому тяжело духовно, вазу яблок наберите и физически ешьте яблоки. И духовно принимайте. Причастие – это, понимаете, причащение, принцип. Понимаете, именно с куском хлеба сатана вошел в Иуду. С физической пищей. Друзья мои, наше, для того, чтобы наше физическое тело перемещалось с нашим духом, чтобы мы физически могли перемещаться там, где перемещается наш дух, или проходить сквозь препятствия. Наше тело надо тренировать словом, так как физически мы тренируем наше тело в спортивном зале, нам нужно тренировать наше физическое материальное тело духовно, высвобождая духовную субстанцию слова и духа в это тело. И потом оно будет в подчинении духу. И куда дух понесло, туда и тело попрется. Оно уже не может стоять в стороне и сказать, я хочу, ну, тренировочка нужна. Пребывать в славе. Мы говорили, как Иезекииль втыкал 7 дней после того, как явилась слава. То есть вообще не говорить ничего, сидел среди переселенцев. И была на мне рука Господня. То есть... Аллилуйя. Смирно. Смирно. Слушай, мы в Смирне не были. Нет. Измирь. В церкви не были лично той. Так в Измире были, но... Вот, а так вот во всех, на всех этих развалинах там лазили, да? Да. Смирно, что побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Можно не умереть второй смертью, но потерпеть вред. Значит, не, понимаете, побеждающий, это и, кретино, бомбино, идиото, сколиотто. Это ясно, что если не побеждающий, то мы пролетели мимо всего этого. Понимаете? А Бог мне и так все даст, да. Еще догонит и даст. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Что это за вторая смерть? Откровение 21:8. И начинается она боязливых же. И неверных, боязливых же и неверных, а потом уже скверных
и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серою, это смерть вторая. То есть огонь и сера может нанести определенный вред тем, кто не победитель. Понимаешь, почему? Потому что если ты не ходишь в огне духовном, в огне славы, другой огонь будет искать тебя. Это невозможно нейтрально где-то стоять. Или это огонь ада, огонь преисподней будет вредить. Гиена это будет вредить. Видели когда-нибудь гиену? Приезжайте в Африке, там есть гиены. Такие мерзкие животные. Откровение 26. Блажен и свят. Блажен. Помазание блаженного – это помазание юродивого. Блаженные. О, не трогайте его, он блаженный. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Воскресении первом, то есть будет два воскресения. Сначала воскреснут те, кто будет править со Христом, а потом воскреснут все, кто будут судимы и получат приговор в гиену огненную. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ним смерть вторая не имеет власти. Смерть над побеждающим не имеет власти. Смерть не является нашим спасителем. Когда мы умрем, пойдем на небеса. Смерть это не инструмент перехода на небеса. Вот я умру и буду с Господом на небе. Смерть наш враг. И с ним надо воевать. Вот почему побеждающему. Яма. Вторая, да, прочесть. От начала 20 главы. Не будем читать. Вы там прочтете от начала. Такой конспект. Прочесть от начала. Я вчера вечером он... Мы смотрели какой-то фильм, там Петр Первый с шведами воевал, там, ну, кто-то. И писали учение, которое вы слышите. Так что испытывайте, испытывайте по Писанию Ильи. Царство 1000 лет. То есть побеждающий что? Если в первом побеждающий отступничество, ты отпал от первой любви своей. Вы знаете то, что там стоит слово агапе? То есть от любви Божией ты не спал, не от своей. То есть вот это надо победить. Второе победить что? Испытание. Все, что придется претерпеть. Пергам. Наверное, подустали немножко или еще нормально? Двигаемся быстро. Пергам. Дам вкушать тебе сокровенную манну. Вы видели Люси фильм? Вау! Когда я был на небесах, сокровенная манна на небе выглядит в виде вот такая, как гречка, типа, чуть-чуть мельче, синий цвет, сапфир. Вот то, что вот это Люси, вот это то, что они там носили, там, ну, кто смотрел фильм, которые высвободили вот эти преобразования. Вот это вкушать сокровенную манну. Почему ее вообще назвали сокровенную? Потому что манна была сокрыта в золотом контейнере в Ветхом Завете и помещена в ковчег, и только эта манна сохранялась. Все остальное сгнивало с первыми лучами солнца. Только это сохранялось. Сокровенная манна будет сохранять нас. Где? В духе. Это духовная пища. Манна – это пища. Пища с неба. Иисус – хлеб с небес. Это откровение с неба. Манна.
которая будет сохранять нас. Сокровенная манна – это откровение, сокровище премудрости и ведения, которые сокрыты во Христе. Сокрыто. Слава Божия покрывает тайное дело. Сокрытое принадлежит Господу. То есть это то, что принадлежит Господу, и через откровение Он с нами делится, и мы сохранены. Белый камень. Белый камень – это камень оправдания, и на нем написано было новое имя. То есть новое, что такое новое имя? Это новая идентификация. Ты поменял имя, ты поменял личность, ты поменял идентификацию. Тебя уже знают под другим именем, под другой идентификацией. Новое имя – это новая идентификация в качествах, квалифицирующих нас в Господе. И никто этого имени не знает, кроме того, кто получает. То есть это имя, если кому-то открыто, держите его в секрете. Потому что как только вы его ляпнете, дьявол попытается что-то сделать там. Я помню, на одном из пророческих лагерей один брат подошел ко мне и сказал: «Бог мне открыл твое новое имя». Барахуа, назвал какое-то имя. И я подумал: «Господи, помилуй, помилуй меня, Господи, такое имя, не знаю, кому оно понравится», и все. Я потом как-то мир потерял. А, Батр, ты как Батыр, Батр, какое-то новое имя, что вот я вспомнил сейчас. Думаю: «Господи, какой ужас, какое ужасное имя». И потом, когда я прочел, да, потом, что его никто не знает, кроме того, кто получает, извините, если кто-то вам там пророчествует новое имя ваше, секретное, на камне написанное, пошлите его на небеса. Это тайное имя, духовное имя, характер. Что это? Слушайте, пароль в духе. Пароль. Тебя спросят или пароль, или ключ, или код. Да, код, пароль, код, код. В небе все закодировано Богом. В славе все закодировано. Новый Иерусалим – это закодированный кубик. Да, просто так, знаете, побеждающий с новым именем будет знаем и признаваем в определенных сферах, в которых непобеждающие не будут знаемы и признаемы на небесах. Пора прекратить смотреть на небесах, как коммунизм. Лишь бы попасть. А там уже всем все одинаково, разделим, ничего подобного. Кто-то будет с Павлом без очереди разговаривать, а кто-то будет стоять вечность в очереди. Да, как в мавзолей, чтобы увидеть Павла, к примеру. Об Иисусе вообще не говорим. Смотрите, имя Даниил было у Даниила, физическое имя. Его подпортили немножко. Царь назвал его Валтасаром. Подпортили чуть-чуть, правильно? Языческие божества вот эти, которые там были, вот это все назвались вот эти Сидрах, Месах, Авиднаго, служитель небо, небо, небо и так далее. А что Бог дал ему? Имя, под которым код, раскодировка. Он раскодировал его и дал ему имя «Муж желаний», то есть буквально «желанный». Вот я, Даниил, пришел поговорить с тобой, ибо ты, идентификация, не Валтасар, ибо ты муж желаний, желанный, ибо ты желанный. Поэтому каждый раз ты начинаешь молиться, твоя идентификация срабатывает в духе, твое имя срабатывает в духе, и тебе приходят какие-то вещи. Смысл научиться молитве – это способность через откровение раскодировать вещи в духе. Это не просто там, бывают такие молитвы, бывают такие, бывают вот медленные, быстрые, короткие, длинные. Нет, бывают духовные, а бывают неизвестно что. Или можно сказать, черти шо.
Такие есть молитвы, черти шо. Но на самом деле, думаешь, лучше бы ты не молился вообще. Меньше проблем было. Все, что связано с твоим старым именем, все, что висит на нем, присоединено, прилеплено, относится к нему, устраняется новым именем. Когда вступают новые действия, влияние и движение. Был Авраам, одну буковку добавили, стал Авраам. И судьба изменилась. Потому что Авраам был идолопоклонником и язычником. И бесы имели доступ к его имени, в его сферы. Но когда он стал Авраамом, он получил доступ в небеса, и бесы перестали иметь доступ к нему. Поэтому Бог, Он работает. Вот почему много побеждающему имен, там очень много имен. Аллилуйя. Бесы теряют власть, которую имели над старым именем. Фиатира. Мы движемся. Скоро будет перерыв. Фиатира. Фиатира. Власть над язычниками будет дана. Подождите. Так в будущем же не будет никаких язычников, если это о будущем. А? Вот почему в настоящем это все надо принимать. Послушайте, а какие языки на небесах? Уже там Иисус пришел, все. Какое там новое небо, новая земля. Аллилуйя. Власть над язычниками. Ты никогда не будешь, ты можешь в творение, но никогда не будешь иметь власть над людьми. Это контроль. Нет. Вот здесь это будет контроль от Бога над язычниками. Власть над язычниками, пасти их жезлом железным. Жезл железный – это апостольский жезл. Железо символизирует силу в духовном мире. Мощь и силу. Жезлом железным. То есть, власть влиять на язычников. И написано здесь сейчас, как и я получил, тому дано железо, как сосуды глиняные, они сокрушатся. Сокрушать всякие вещи. И дам ему звезду утреннюю. В Писании много звезд. Есть места Писания, которые говорят, что звезды это искупленные, это семя Авраамова. Это мудрые, которые засияют, как звезды, Давид говорит, как светило, и обратившие многих в правде, как звезды, навсегда. Звезды также это ангелы. Добавлю больше, звезды есть духовные личности на небе, звезды. Поставлю свой престол выше. Это очень высокий уровень духовных существ. Ребята, на небе не только ангелы, там куча других существ. Там Элохим, там личности, как молнии, Эролим, и так далее, и тому подобное. Там, и вот там есть звезды, звезды. Вот такие личности светящиеся, как это живые существа, звезды. Но также Иисус – это самая главная и важная звезда. 2 Петра 1:19 говорит, «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Греческое слово «фосфорос». Там фосфорная звезда, фосфорос, которая сияет во тьме. Фосфор имеет способность, все знаем, сиять во тьме. Откровение 22:16. Иисус говорит, я есмь звезда светлая и утренняя. Помните в Откровении, как знак владычества, корона владычества у женщины в небесах явилось знамение. И это не Мария, как католики говорят, это церковь. Там 12 звезд было на ее короне. С небес и среди ангелов.
То есть это, что такое звезда? Это откровение владычества с небес, из среды ангелов, в свете духовного наследия. Придется все это переслушивать, чтобы там что-то... В сердце у нас звездный портал, поэтому мы звездим. Можно правильно звездить, и можно неправильно. Правильно звездить, излучать свет Христов, воздавать Ему славу. Неправильно присваивать этот свет себе. Помните, и звезда от звезды разнится в славе. То есть звезда связана с славой. Начинаете замечать, что все это элементы славы. Херувимы охраняют дерево, но и херувимы – стражи славы. Они всегда связаны с славой в Новом Писании. В переписанном Новом Писании. В Новом Писании. Ефес – слава жизни. Смирна – слава воскресения, побеждающая вторую смерть. Пергам – слава нового творения. Фиатира – слава откровения. Сардис – пятый. То есть уже большинство прошли. Когда уже перемахнули, уже так. Фу, слава Богу, уже пятый, еще три осталось, и нормально. А так было семь. Сардис – получите белые одежды праведности. В Сардисе, в Сарде – наша любимая гостиница, которая называется Лидия. Утром и вечером фуршет. Можно нажраться нормально в Турции. И там спортивный зал, парилки, бассейны горячие. И такие вода такая на тебя горячая льется, подставляешь там разные мышцы, там прогреваешь. Джакузи, все это, то есть мы всегда стремимся попасть в эту гостиницу, но не всегда нас туда пускают. Ну, я имею в виду, места не всегда есть там. Не всегда Господь благоволит к нам, да, чтобы удостоить нас этой привилегии. Сардис, белой одежды праведности. Дальше написано, не изглажу его имя из книги жизни. Значит, есть потенциал изгладить кого-то из книги жизни. Один раз спасен, всегда спасен. Что за чушь такая? Что, не все спасаются, кто спасенные? Не, кто спасенные, они не будут, они спасутся. То есть, понимаете, в чем смысл? Вопрос какой идет? А кто эти спасенные, которые спасутся? Это не те там раз там исповедовали, там, Иисус, люблю тебя, принимаю в твое сердце, и потом жили всю жизнь, как язычники. Это все чушь полнейшая. Не изглажу. Это значит, есть потенциал изгладить. И что это такое? Что это вообще книга жизни? Это регистрация вечности. Ты зарегистрирован, но только в вечности. Не в ЖЭК, в ЖЭКе где-то, в ЖКХ. А в книге вечности. Это печать вечности в жизни Божией. Вау. Исповедание Иисуса Христа написано. Исповедаю имя Твое, Победителя, перед Отцом. Вот это жир, жирный, толстый жир. Исповедую имя Твое перед Отцом и пред ангелами Его. Вы знаете, что у Отца есть свои ангелы, у Иисуса я послал ангела своего, и у Духа Святого есть ангелы. Есть четыре типа ангелов, которые присущи всем верующим. Ангелы-хранители, ангелы-воины, ангелы-обеспечения. Да. Нет. И ангелы-посланники, посланничество. Остальные 500 видов их разных там. Это специфические ангелы для специфических людей, связанные с призванием, с милостями, с побеждающими и так далее. И пред ангелами Его. То есть... Иисус, как исповедник, Иисус Христос, как первосвященник, исповедует имя. Что это? Иисус увеличит, озвучит, утвердит и представит тебя, твое имя. Озвучит на небе.
Вот эти все семь, ребята, не влияют на спасение, но влияют на хождение с Богом сверхъестественным. То есть это коротко я здесь написал с тремя восклицательными знаками. То есть он представит тебя с определенной целью, папе и его ангелам. Ангелы папы, значит, высвободятся, чтобы что-то делать с тобой. То есть, другими словами, сказано здесь, вот я написал, быть на особом счету. Это элитизм какой-то, да? Стремлюсь к почести высшего звания во Христе Иисусе. Не достигну ли я? Кто тра-та-та-та-та-та малым наречется в Царстве Небесном? Кто великим наречется в Царстве Небесном? Наречется, нарекать имя. Поэтому забудь вот этот коммунизм. Вот почему люди сидят, думают, посетил там церковь, воскресенье отметился, аллилуйя, все, все остальное. Все равно спасение, нет, спасение даст, как из огня придешь, нормально. Отмоют, очистят, там, я понимаю, что все это подстригут, там, побреют и все, все будет нормально. Поменяются одежды. Я серьезно говорю. А потом на небесах будешь идти там в столовку. Общепитовскую там. Для всех спасенных из огня. И будешь смотреть такие стеклянные эти самые, там ресторанчик, и там плоды от дерева жизни какие-то. И ребята кушают. Иисус ходит, веселится с ними, общается. Ну что, я зайду. Ну что, брателлы, жду. Свободен. Доступа нет сюда пока. А туда тоже. Вот общепит, вперед, стакан сметаны и там что там еще, кефир. Вот так, не, серьезно. Вот мы думаем, всем там унаследуйте царство, ну да, унаследуем царство. Многие, но не все, придут и воссядут за столом в Царстве Божьем с Авраамом, Исааком и с Иаковом. Многие, но не все. Не все будут невестой. Невеста приготовила себя. Только те, кто себя приготовил, будут невестой. Кто не приготовил, будут подавать. Подружки, да. Ух! Да, папа римский. Что здесь, какая слава? Слава имени. Хашем. Шем. Имя. Филадельфия. Для братьев. Написано, сделаю тебя столпом. Столпом или столбом. Опорой и подкреплением. В храме Бога моего. Столб в храме. А храм на небе – это мы. Это не только сооружение красивое. Это мы есть храм. Поэтому он измеряет храм и поклоняющихся ему. Измеряет поклонников, соответствует. Сделаю столпом. Помните, люди – столпы. Мы должны быть столпами. Помните, апостол Павел говорит, были так называемые столпы церкви. Петр, Иоанн и Иаков. Премудрость вытесала себе семь столпов. Столбов. Вот мы эти семь столбов. Когда семь духов Божьих работают над нами и вытесывают нас. Потому что мы неотесанные. И нас надо вытесать, отполировать. Чтобы всякие впуклости и выпуклости ушли. Чтобы это был столб. Не всякие там... Да... Отростки, да, всякие, пообрубать там все. Сделаю столпом. И там описано опять имя. Напишу имя. Я работал с твоим именем, исповедовал его перед отцом. Теперь я беру имя отца новое. Новая идентификация в Боге. Бог новое Божье.
И я напишу это имя на тебе. Оно наречется на тебе. Я нареку новое имя Бога на тебя. Имя града Бога живого, нового Иерусалима, которое даст тебе неограниченный доступ в небесный Иерусалим. И небесный Иерусалим имеет измерение. В небесный Иерусалим имеет 24, мы поговорим на втором занятии об этом, измерение. 12 ворот по 12 коленам Израилевым, в которые можно войти, и 12 оснований, которые 12 апостолов. 12 оснований, они выше, чем врата в духовном мире. 12 апостольских оснований – это высшая сфера неба, и более низкая – это имена колен Израилевых. Это 24 измерения содержит кубик этот. Это значит, что не все там будут ходить, где хотят, опять-таки. Небеса, они по градациям, они разграничены, эти измерения. И имя мое, говорит, дам вам новое. Все творю все новое. Под этим именем он и отец будут открываться лично. Это личное имя, представляете? Бог будет открываться лично кому-то, с чем-то новым, а для кого-то что-то будет общее на небе. То есть будет там общаки, сходники, но иногда лично папа с Иисусом будут приходить в квартирку. Загони. И общение пошло. Филадельфия. Когда я что-то подписал своим именем, помните, в армии там щетки зубные подписывали, там всякие бирочки, все. Когда я, тапочки, когда я что-то подписал своим именем, это стало моей собственностью. И только я могу пользоваться моей собственностью и те, кому я разрешу. Когда отец написал свое имя новое, Иисус свое имя, я стал собственностью его. То есть я попал в его личное распоряжение. Личное распоряжение отца и сына. И неограниченный доступ в личное распоряжение отца и сына. Все мое, твое. Для всех все его наше. Но старший сын так и ничего из этого не попробовал. Друзья мои, так называемый, как называют, блудный сын, что какая-то чушь полнейшая, какой там блудный сын, он был более зрел, чем старший. Он оказался в более лучшем положении вообще. Старший так в зависти где-то и остался там в горечи. И о нем больше ничего. Я думаю, Жабус Давентус там сидел где-то, лизал пальцы, там пир был. Гордость не позволяла, наверное, выйти, знаешь. Старший вроде бы, первенец. Двойное наследство. А ты мне и козленка не дал. Потому что у тебя козлячий менталитет. Ты о козле думал. Вместо того, чтобы об отце, о наследии. Представляешь, мужик думал, козла бы хотя бы этого замочить, чтобы козла бы. И когда он с отцом, ты мне и козленка даже не дал. Да, всю жизнь хотел. Ой, то есть это слава чего? Вот здесь, принадлежности. Филадельфия, слава принадлежности. И последнее, все, подходим к завершению. Слава господства, правление и главенство. Лаодикийская церковь. Смотрю, третья глава, а там вообще от церкви ничего нет, Лаодикийской. А это 2 Петра. Думаю, что-то не то здесь. Откровение. Побежда... А, нет, сейчас, это третья. Здесь вот его.
побеждающему дам сесть со мной на престоле моем. Смотрите, мы всегда думали, что где-то по правую руку от него сидим. Какой-то такой стульчик маленький где-то. В нем, на его престоле. То есть побеждающий разделит вообще со мной престол. Слава правления и господства. Престол, чтобы править, как и я. То есть то же самое произойдет с побеждающим, то, что произошло и со мной. Как и я. Победил и сел с отцом моим на престоле его. Все вот эти 7 наград церквей, сейчас мы еще пару принципов высвободим перед практикой, ну, во втором. Просьба такая, ребят, кто вообще приехал издалека? А кто приехал откуда-то издалека? А? Откуда вы приехали? А? Керчь. А кто дальше? С Москвы. Сдалека. С тундры кто-то приехал? Значит, мы на прославлении слышали. Что, мы послушаем вначале тоже на следующем собрании тем, кто... А? Далеким сначала, а потом близким. Смотрите, все вот эти 7 наград, вот этих 7 церквей, где они? В сфере духа. Ни одна из них не найдешь на земле. Вообще, в земной сфере. Вот все вот эти обетования, вообще они к земле вообще не имеют никакого отношения, не привязаны. Они все духовные вещи в духовном мире, которые надо высвободить на землю. Они в духовных сферах небес. Теперь относительно небес вкратце, быстренько, 2-3 принципа, чтобы вы знали, потому что люди путаются. Люди путаются, думают, что, как и где. Смотрите, общее, что мы видим на небе, это слово. Общее, то, что мы всегда увидим на небе, это слово. То есть то, что в слове. Это общее должно быть. Но Бог может сотворить переживание, которое тебе нужно в небесной сфере, чтобы ты пережил его и тем способом, который тебе нужен для твоего назидания и возрастания. Другие это не увидят, а вы это увидите. И это будет назидать вас и изменит вас. Слово всем общее. Но Бог может в небесной сфере взять вас и показать вещи лично для вас, которые изменят жизнь. И другие, и вы будете говорить, и я видел то-то, то-то, братья, сестры, кто еще? И все говорят, мы понятия вообще никакого не имеем. Потому что это было только для нас. Посещение определенной сферы на небе произведет в тебе преобразование, чтобы истина этого места и ты соответствовали Божьему стандарту. Поэтому тебе нужно слово, ты идешь к слову. О, я хочу больше духа, иди к духу. Смотрите дальше. Принцип, активизирующий твои небеса, тот же, что может и воспрепятствовать тебе переживать больше небес. Мы потом поговорим об этом. Поехали дальше. Если в твоем сердце ты не разобрался, когда идешь на небо, все, что ты там увидишь и получишь, это твое. Оно
будет съедаться материальным и никогда не материализуется. Чтобы материализовывать небеса на, небе, на земле, чтобы на земле, как на небе было, надо соответствовать тому, откуда ты что-то берешь там и что ты берешь на небе. Вот почему побеждающие, которые побеждали разные вещи в этих семи церквях, высвобождалось специфическое обетование, потому что они могли это принять и материализовать, потому что они соответствовали этому. Потому что, как, интересно, да, когда кто-то говорит тебе что-то, вы не замечали, что часто в этот момент мы его не слушаем, а слушаем себя? Вот человек тебе говорит какие-то вещи, ты слышишь, что он говорит, но ты не слушаешь его, ты слушаешь себя. Как ты на это реагируешь? Ага, то есть как бы в себе. Поэтому большинство того, что мы слушаем, мы часто слушаем себя. Говорим, Бог сказал мне. Потому что мы все еще, когда строим, воспроизводим себя в нашем творении. Поэтому, чтобы нам творить небесное, надо соответствовать. А зачем на эти небеса ходить? А что ты вообще на земле построишь? Потому что оно с небес-то строительство идет. Тайна домостроительства благодати, она на небе открывается посредством Духа Святого, посредством откровений через апостолов и пророков. Откуда? А как еще строить? Посмотреть в другой церкви, что они делают, и делать то же самое. Это последнее дело. Г-15, Б-6... Это как в кораблике играют, морской бой какой-то. Мы поговорим об этом позже, высвободим. Сейчас, секунду, еще одно. Вот брат Олег. Сейчас, секундочку, я тут... Первородная обитель, субстанция. Одни субстанции везде тут. Апостол, первосвященник. Поэтому всякое посещение небес начинается с нас. Не с небес, а с нас. Чтобы мы посмотрели. Сердце – это вообще открытый портал. Интересно, вы видели этот коллайдер, который порталы не хотят открыть? Какая там статуя стоит? Шивы в этом месте. Бог-разрушитель. Я читал документацию этих ученых. Мы хотим с превосходящей энергией устранить любую другую энергию на этом месте, чтобы высвободить через портал энергию Шивы, для разрушения того, что должно быть разрушено, чтобы было новое созидание во Вселенной. Ребята не идиоты. Это не физический эксперимент. Это демонически вдохновленные вещи. Внутри одного из солнц Сатурна точно такая конфигурация этого коллайдера. Что это такое? Это работа нефилимов. Это Немрод, который попытался устроить башню до небес, что имеет звезду, звездный проход. Дело не в высоте. Он пытался достичь вот этой мембраны, через которую он мог бы войти в те сферы, которые нефилимы потеряли, для того, чтобы сделать себе имя. То есть обратно получить доступ в те сферы, откуда они не спали, сами самостоятельно. Но проблема, у нефилимов никогда не будет искупления, потому что они не по образу и подобию Божьему сотворены были. Вот почему их всегда долбили и убивали. И сильные Давида, и вот эти Замзузимы, Хамадимы и так далее, все эти нефилимы, их нужно было перерезать. У них не могло быть искупления. Вот почему они были злы. Их семя и их внутренняя структура вообще, у них души не было такой, как была у человека вообще. Не соответствовало. То есть люди, видите, пытаются сейчас вот эти все там портальчики делать и входить, и использовать это. И что мне всегда, знаешь, нравилось в идолопоклонниках. Я вот один раз, ну, тоже проповеди слушаю.
Чаще всего, как пример посвящения, не берешь кого-то в церкви, там, церковь какую-то, верующих, а именно идолопоклонников каких-то. Ребята, спортсмены вот эти все, вот это посвящение. Кинозвезды, все там дьяволу поклоняются и открыто об этом говорят, пропагандируют. То есть, входите в эти вещи, прослушайте, запишите на листке бумаги, чтобы вырисовалась картина, что это такое, что я вообще хочу получить. И выдвигайтесь в эти сферы семи церквей побеждающих. Это духовные сферы, это само по себе от семь измерений, в которые Бог хочет ввести церковь. Понимаете? На небо. Тайна семи звезд, семь ангелов. Тайна семи светильников, семь церквей. Светильник связан со звездой. Светильник берется в небо. Аллилуйя. А уже время, да, как раз тоже? Вот сколько? Ну да, уже. Давайте помолимся и сделаем перерыв. А объявят сейчас. Спрашивайте детей, как входить в порталы. Дети входят в порталы в дух везде. Никогда не видели? Никогда не видели, ребенок со школы возвращается по улице? Не? Сами в себе. Ну это ж ты видишь иногда, вот он в портал вошел какой-то там, в наушниках. И этот дух прямо раз и отобразился. И мы должны учиться вот так ходить. Смотрите, до тех пор, пока мы не войдем в реальность слова, мы не высвободим никогда реальность этого слова на земле. Это все будет только красивое, хорошее информация. А мы не хотим информации. Мы хотим энергии. Поэтому утром просыпаетесь. Утром легче всего отождествлять себя с энергией, потому что волосы торчат в разные стороны, как вот наэлектризованные. Некоторое время назад Иэн Джонсон был у нас. Мы сидели за столом, кушали, и через портал пришел Илия. Я увидел, и это дикая личность вообще. У него черные глаза, черные волосы. Это не белые волосы. Думают, на небе у всех белые волосы. Не все блондины там. У Иисуса нет белых волос там. Они не белые, то, что он блондин. Когда они белые, это потому, что это свет. И эта дикая личность в этой милоте, у него волосы вот так вот вообще. Ну, как огонь. Он принял подобие той среды, в которой он больше всего любил вращаться. Кто-то больше в воде, кто-то больше в огне, кто-то больше вот с львом отождествился в херувиме, кто-то с орлом и так далее. А надо со всеми четырьмя, чтобы однобокости не было. Аллилуйя. К чему это все сказано было, не знаю, не помню. Но может, да, вот. То есть, вот эту реальность, это все надо знать. И в этом всем надо двигаться. Отец, мы благодарим Тебя во имя Иисуса Христа за все, что есим, все, что было и все, что будет. Аминь.